Доброго понедельника, друзья. Живой влог со стройки в Канаде. Дневник маляра Василия. Кто не в курсе. Так, понедельник, организация. Организация — это когда мы с женой сели, с утра пьем кофе и говорим: так, Анжелика, то-то-то-то-то, делаем то-то-то. В общем, Анжелика, пластырить все маленькие дырочки на дереве. Дерево еще не грунтовано. Мы сперва пластырим, а потом грунтуем. Пластырка специальная для дерева с добавлением каких-то там примесей. Потом мы будем оттирать. Так, найдется. Будем оттирать, сандерочки приготовим, рукавички обязательно. Там Анжелика берет свои рукавички и старая корона. У нас она называется Duster Brush. Брашка. Потом, если будет нужен тейп, обклеивать внизу перед грунтовкой. Вот это мы одно что делаем. Приобрел новую сандерочку, вот такую, Shop Smith, классная, попробую потом, ну и бумаги. Отвертка нужна будет, потому что бывает в окнах, когда ставили окна, они не докручивают. Вот здесь уже чистенькие окна, подготовленные к нанесению морилки. Вот сбоку, о, вот здесь, где я пластырил, видно пластырка, здесь чуть-чуть надо затереть, поэтому я приобрел вот ту. Как, нормально, нормально, не упало, не упало. Мушка! Иди отсюда, уже все, зима пришла. И вот здесь бывают недокрученные шурупы, мы докручиваем. Они идут на квадрат. Что еще? Сейчас надо будет сделать маленький сэмпл вот этой оры внизу. Потому что в каждой комнате она смотрится по-другому. Вот она, серенькая. Ну, смотрится прекрасно, конечно. Чудесно при вот таком цвете. В общем, вот такая вот организация труда. Я буду дальше подготавливать окна. Их очень много. Потом мы будем их очищать. Пылесос всего за 100 баксов канадских. Шопвак. Вот такой. Сколько там метров? 5 этого шланга. И он очень удобный. Куча насадок там идет. Короче, мне фестул не нужен, ребята, ну нафиг надо выбрасывать, я могу за 10 лет выбросить вот эту штуку бакса, что вы покупаете фестул, а вот это то же самое, пылесос есть пылесос. Вот такие вот дела. Обязательно маска, рукавички и погнал. Извините, что не выкладываю видео, что наснимал целую кучу, как мы делали дверь, как мы делали еще кое-что, рисовали там, снял, вот подписчик спрашивал меня размер ящика, снял и ящик, снял инструментальный ящик, снял все, что есть в ящике, последовательность работ. Короче, материала море, ребята. Я, конечно, не рувим, не буду искать всякого монтажера и видеосъемщика, потому что у меня канал просто как форум, я от него получаю вот дырочку от бублика. Там выключена монетизация. Вы сами заметили, что никакая реклама у меня на канале не появляется. Это рекламодатели пускай зарабатывают себе сами. Пошли они нафиг со своими рекламами и так дальше. Рекламируют тот инструмент, который вообще не идет и не покупается. Обманывает людей. Я обманом не буду заниматься. Буду говорить, вот это классный инструмент, вот это, блин, херня инструмент, вот это, блин, приспособа. Супер, ребята. Пока что супер. Просто класс. Маленькая, легкая, вот именно для женщины, что надо. А та большая, 3М, байда.
ты за целый день рука у тебя, блядь, как байда становится. Короче, ребята, честный канал для маляров, дневник маляра, понедельник, ноябрь месяц. Какое число? 6-е или 7-е? Хрен его знает, я уже по числам не живу. Всем удачи, всем добра, понимания и бабла. Во, как я сказал, нормально.